привет! Меня зовут Катя, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня 19 сентября. Знаете, что это значит? Это значит, что у меня день рождения! Да, мне сегодня 21 год, друзья, представляете? Я в шоке, честно говоря. Вот. Сейчас я направляюсь в университет, потому что именно мой день рождения решили поставить третью пару, которую обычно мне ставят по четвергам. Супер, спасибо. Поэтому сегодня я на учебном весь день. Видимо, как встретишь свой день рождения, так и проведешь. Ну и правильно, весь четвертый курс. Буду учиться четвертый курс, все-таки. Как диплом, курсовые, все дела. Вот, поэтому я беру вас с собой на свой день рождения, потому что мы кое-куда сегодня вечером отправляемся. Хотя, наверное, по обложке вы уже и так все видели. Посмотрим, что нас ждет, потому что я уже в предвкушении. Вышла из университета три пары. Представляете, три пары подряд. Целый день своего дня рождения провела в университете. Я тут вон уже с подарочками из университета иду. Хорошо, что сегодня погода хорошая. Потому что обычно в мой день рождения всегда дождь. Сегодня, к счастью, солнце. А мы приехали на московский вокзал, потому что наше путешествие начинается на этот girls trip. Завтраки, потому что заселение только 2 часа. Ходим с Наташей с рюкзаками по Москве. Так я впервые именно прямо в городе, то я не знаю, где здесь что находится. Поэтому уже увидели Миноборнауки, практику Москвы, Совет Федерации. По таким местам ходим, получается. Шли мы, дошли до Большого театра. ЦУМ на реставрации, видимо, с этой стороны. С той стороны все как было. Вкус. Раз. Театр. Мы поехали наконец-то праздновать мой день рождения. Сейчас мы идем на Воробьёвы горы, чтобы прокатиться на фуникулёре, если мы вообще успеваем, потому что сейчас сегодня вечером мы должны праздновать мой день рождения. Вот теперь мы полным составом. Арина, Наташа и я. Это мы, да. Вот, поэтому путешествуем в Москве. Ну, сегодня уже, получается, целый день мы здесь, потому что мы приехали около 10 утра. Ждали, пока заселение ходили, по центру гуляли. И вот сейчас тоже. Сейчас здесь безумно красиво, потому что желтые листья, осень, я обожаю эту золотую осень, парк. Смотрите. Ну, красота. МГУ. Я, конечно, в шоке от размеров и от того, как выглядит университет. СПбГУ немножко, ну, не такой. Особенно журфак.
трем горам. Точнее, сейчас мы на смотровой площадке, вот отсюда видно Москву-Сити и вот эти вот здания, как при комнате, а это МГУ, а это МГУ, а это МГУ, еще и наступай себе на брюки, на новые белые брюки. Вот смотри мой образ. Далее мы отправились покататься на фуникулерах. Я очень люблю посмотреть на город с высоты, поэтому если в городе, куда мы отправляемся, есть фуникулеры, то мы обязательно туда идем. Еще меня очень удивило наземное метро. В Петербурге такого нет, а я тот самый человек, который обожает смотреть в окно. Ну а теперь, наконец-то, мы идем на Красную площадь. Тут еще и вайбы Сочи проскакивают. До самого сердца города Москвы, Красной площади. Обалдеть, она такая огромная, здесь много людей. Сразу ассоциация с новогодним поздравлением. Немножко, конечно. Всегда на картинке только это видела, тут вживую. Смотрите. ГУМ тоже на месте, мы обязательно туда зайдем, но на сегодня попробовать мороженое в ГУМе, это значит, точно побывал в Москве, нет, ну извините. Ну а вечером, конечно же, мы отправились на праздничный ужин в честь моего дня рождения. Мы только что отметили мой день рождения в ресторане, там безумно вкусные десерты. А сейчас смотрите, как это сказать, для меня большой театр здесь встретится. Сегодня пятница, поэтому Москва начала жить. Вся эта вот вечерняя движуха вот здесь, напротив меня звучат колокола. Смотрите, сразу и люди появились. Машины заездят. Доехали до чистых прудов, ходим здесь, гуляем, уже, как видите, стемнело, потому что вечер, но здесь так много людей, так атмосферно. Мы сидим на лавочке, слушаем, как тут поют уличные музыканты на чистых прудах. Thank you.
вот мы уже идем дальше, Z2. Мы изначально хотели туда зайти, но уже слишком поздно, чтобы во все места заходить, поэтому посмотрим со стороны. И там уже памятник Петру Первому. Мы идем туда, потому что это и есть, ну, такой, знаете, весомый памятник Москвы, с чем она очень сильно ассоциируется. А еще эти самокатчики. В Питере как-то я вообще не ощущаю их влияние. Здесь шарахаешься, куда ты хочешь. Вот мы и доехали до Патриарших прудов. Смотрите, очень даже красиво. Потому что очень жарко. Но где-то от других, когда разворачиваются какие-то дома, то становится очень холодно. Осень. Зашли внутрь дома, здесь так красиво, так атмосферно, просто и светло очень. Sweet, sweet.
вернуть, но которые именно над водой мы не пошли, потому что там огромное количество людей. И даже немножко страшновато идти, где очень много людей. Следующая наша остановка вообще ВДНХ, поэтому мы идем в ближайшую станцию метро, чтобы поехать дальше. На самом деле мы уже очень устали и много потратили времени, только на две локации, грубо говоря. Вот, но такие насыщенные выходные в Москве получаются. Очень много. Суббота как-никак, бар все гуляют. Надеюсь, меня вообще слышно, потому что тут очень много уровней слез вокруг. Я тут резко поняла, что, оказывается, в моих очках немножко по-другому продается жизнь вокруг. Просто посмотрите на ВДНХ через мир моих очков. А, сразу, да? Советский вайп у меня в очках. Вот так это по Москве гуляю. А это мы зашли внутрь павильона страны Киргизстан. Меня впечатлила территория ВДНХ. Здесь очень много места, много локаций, много развлечений. Это так здорово, что мы решили, что сюда нужно обязательно вернуться. Все еще ходим, гуляем по ВДНХ, уже тут и ветер поднялся, и холодно стало, и закат, уже солнце почти ушло. Вот, мы все еще тут, потому что это огромная территория, и здесь очень даже красиво. А там фонтан, и мы тут видим. Мы подошли к Останкинской башне. Тут колокола зазвенели, меня сбили. Вот. Какая она красивая, светящаяся, большая. Смотрите, какой здесь вид. Я забыла, что говорила. А тут день рождения празднуют. А мы тоже сюда приехали ради моего дня рождения. Празднование. Правда, мы вчера праздновали. А мы снова около Большого театра, потому что карты очень плохо работают здесь, так как интернет плохо работает в центре, то мы так искали место, куда нам надо, вообще туда сюда ходили, но теперь уже даже начали разбираться в центре. Уже голова думает и простраивает маршруты, что очень хорошо. Вообще Большой театр очень красивый выглядит.
последний день нашего мини-трипа в Москву. Очень похолодало на улице, очень вспомнила, что она осень, платок, плащ. Прям очень сильный холодный ветер. Мы идем смотреть расписание речного трамвая. Вот. О, отсюда видно Москву-Сити. Чтобы прокатиться на речном трамвайчике, нам нужно было отстоять в очереди 2 часа. Сначала мы собирались доехать только до Москва-Сити, но в процессе маршрута решили, что остаемся до конечной, так как нам открывался красивейший вид на Москву. Весь маршрут от станции Киевская до конечной парк Фили занял 1,5 часа. Трамвайчика, где-то 1,5 часа примерно на нем ходили, плавали, да, ходили же, правильно говорите. Вот, ну, на самом деле, очень красивый вид, да, тут открывается, но внутри этого трамвайчика безумно холодно. Там работал кондиционер на максимум. И сейчас мы идем по парку Фили или Фили, не знаю, куда ставить ударение, вот, чтобы возвращаться обратно. Отлично. Спецэффекты. Но здесь, кстати, хорошо, что очень много людей, потому что все заросшее сверху деревьями. Атмосферненько. Мы доехали до Москва-Сити. Сейчас мы приходим через подземный переход фоткаться, но на улице так холодно, просто кошмар. И платок, и плащ, и джемпер под ним, все равно очень холодно. Это резко стало, потому что вчера было и жарко, и прохладно. Сегодня прям холодрыга. Такие дела. И у меня только что случился флешбэк. Я вспомнила, что я здесь уже была, когда ездила в Нижний Новгород. У меня оттуда есть влог, но он был очень давно, когда я еще была подростком. Обалдеть, это такой флешбэк сейчас случился. Я даже никогда не знала, что я была уже в Ленинградском вокзале. Не помнила, точнее, об этом. Thank you.
распаковка подарков продолжается. Спасибо вам всем огромное. На этом мой влог подходит к концу. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на другие мои социальные сети, ссылки на которые всегда есть в описании под роликом. Всем пока-пока!